Сара Авраам. Сара была женой Авраама. И это очень грустно, когда человек заканчивает свою жизнь. И Авраам был, он очень скорбел. И я недавно тоже так себя чувствовал. Это очень тяжело. И мое сердце просто растаяло. И я чувствую себя просто раздавленным. Но я знаю, как Бог может действовать. и

Но слава Богу, что есть семья, которая может поддержать. Я очень благодарен им. Когда, Когда... Когда мое сердце растаяло, то место писания из Исаи 64 главы, и я хочу, хотел бы это прочитать. Мы посул крещен от хамещане С первого по 5 стих, и я прочитаю на русском. И если бы ты расторг небеса и сошел, горы расставили бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, от лица твоего сотрянулись бы народы, когда ты совершал страшные дела на неожиданные и не сходил горы таили от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующего и делающего правду, помни, поминающего Тебя на путях Твоих. Но вот Ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены. ешь чуваля 에, Слава Богу за то, что есть э, ответы на вот этот последний вопрос. И Иешуа говорит нам, что мы его друзья. Если стать возле

Я сейчас на русском Разница между ними очень большая, хоть они рядом расположены. Разница температуры кипения у магнезия это 650 градусов, а у железа больше 1200. אוקיי, okay. המגנזיום uh, נרתח או נעמס okay. בטמפרטורה okay. של 650, כמה? 650, 650 מעלות? 650, כן. Okay. וברזל uh, נעמס בטמפרטורה של 1000 מעלות. איספטני uh, אני בבית את טאגוני. כתור בוח בסלעץ. והניסיון שאנחנו עוברים בחיים הוא לפעמים כמו אש חזקה כזאת. אני הרגשתי את...

И кто-то из нашей общины чувствует, что это рядом происходит. Кто-то сейчас в армии и чувствует это более сильно. В любом случае это очень тяжело. И иногда мы не находимся в гуще событий, но все равно мы можем, ну мы чувствуем то, что происходит. Когда Бог работает с кем-то, кто рядом с тобой. И ты тоже, э, ты тоже чувствуешь этот огонь, он тебя «А тоже касается. И ты думаешь и чувствуешь, а если со мной это произойдет? Я хочу привести пример э, Ионы. Они рвутся леви Дугмаш или Uh, все знают историю про Иона. Когда Бог сказал Ионе идти в Ниневию, Иона uh, понимал план Бога. План Бога был спасти тех людей, хоть они были в грехе, который был известен всем. והתוכנית של אלוהים הייתה להציל את האנשים מנינוה למרות שהם היו חוטא... חוטא... חוטאים גדולים יונה פרשול בוריו. ויונה עבר על סערה זרקו אותו מהסירה על... קיט איזשהו דג גדול אכל אותו פשוט וירק אחר כך על האדמה אבל תוך כדי כל הניסיונות האלו יונה היה בתוך תוכנית של אלוהים וכאשר יונה מסר את דבר אדוני לגרעים בנינווה יונה הוא שול והלך משם אנשים התחילו להשתנות זניה С самого начала он знал, что Бог милостивый. Этого, знал, что его, думал, что его вот только что, вот он прошел через эту бурю, через, через обстоятельства, которые нам кажутся сумасшедшими, но при этом Иона знал, что Бог милостивый. אז יחד עם זאת יונה ידע שאלוהים הוא אל חנן והוא אפילו היה עצוב בגלל שהוא הבין מה, מה קורה פה знать, Бог, он приходит, он, вот, וחשוב לנו להבין שאלוהים כאשר הוא מתקרב, כאשר הוא בא לסביבה שלנו הוא כמו אש, אוכלת זה כואב וזה כואב Овал, это больно. Ну, овал, <coughs> но это... Но никогда не стоит забывать о том, что он милостивый Бог. Когда Авраам потерял Сару, после того, как он оплакал, после того, как похоронил, прошло время. Авраам и Бедет Сара в אז אחרי שאבל נגמר הוא התחיל להתעסק בבן הוא שלח את העבד שלו אליעזר שימצא את האישה בשביל הבן שלו ואני רוצה לקרוא מספר בראשית פרק 24 И ввел ее Исаак в шатер Сары, это 24 глава 67 стих. И и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, взял Арвеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешался Исаак в печали по матери своей. То есть утешился. Азу Укибель Нахема Балевшину. Uh, утешение, וכמו שדיברנו קודם, מי שקרוב אלינו מקבל נחמה, אז אנחנו גם מרגישים את הנחמה הזאת. גם יחד כמו הניסיונות. Uh, слово, молитву, то, ואני רוצה מ... להודות לכל אחד ממכם על תפילה, על המילה... Uh, תחזוק, חיזוק ועידוד מכל אחד מכם. אמן.